Всем-всем-всем привет, мои дорогие друзья. Посмотрите, я с кем вас сегодня встречаю. Ну, практически с черным котом, который живет у нас дома. Ну, правда, он железный. А я вас сегодня встречаю в городе весьма необычном. Ну, собственно, как и все необычное в Беларуси. Во-первых, когда-то Александр Григорьевич назвал этот город белорусским Чикаго. Представляете? Да, не знаю, что он там имел в виду, но вот так. Во-вторых, на гербе этого города мог быть изображен баран, ну или баранки. Но нет, на гербе этого города изображен паровоз. А знаете почему? Потому что в этом городе два полноценных железнодорожных вокзала. Каждый ли город может похвастаться таким богатством? А еще здесь есть памятник, которого больше не существует нигде, скажем так, в восточном полушарии Земли. Вот, забыла, как сказать уже. А есть только еще в западном, то есть в Америке. Представляете, один такой памятник там, на той стороне, и один такой памятник здесь, в этом городе. Ну что, знатоки Беларуси, наверное, уже догадались, где я. Я в Барановичах. Пойдемте гулять. А вы знаете, что если бы железная дорога прошла чуть-чуть по-другому, то станция называлась бы сейчас не Барановичи, а Новая Мышь? Да-да, потому что совсем недавно по меркам истории Барановичи были обычной деревней, а вот поселок Новая Мышь был достаточно крупным и известным. Но история сложилась немного по-другому. В ноябре 1871 года через Барановичи отправился первый товарно-пассажирский состав по маршруту Смоленск-Брест. Этот год и стал годом рождения города. И несмотря на то, что Барановичам еще нет и 200 лет, представляете, какой этот город еще малыш по сравнению с другими городами. Здесь проживают уже более 170 тысяч человек. На сегодня Барановичи – один из важнейших промышленных центров страны. В городе почти 200 предприятий. Торгмаш – единственное в стране предприятие, которое производит мясорубки и оборудование для общепита. Барановичский станкостроительный завод – единственный белорусский производитель компрессоров для холодильников. Хлопчатобумажное объединение – крупнейший производитель текстиля в Европе и СНГ. Здесь есть 558-й авиационный ремонтный завод, самое крупное из авиационно-ремонтных предприятий на территории СНГ. Здесь не только ремонтируют самолеты, но и производят детали для них. Мне в какой-то мере повезло и не повезло. Повезло, потому что я оказалась в Барановичах в праздничный день. В этот день проходили последние звонки в школах. И город, конечно, был наряжен. Люди все были в праздничном хорошем настроении, все красивые. Но не повезло в том плане, что везде было очень много народу. Ну, вы сейчас увидите. Как всегда, вначале я иду в центр города и по пути встречаю очень интересное кафе. Называется оно «Где я?». Да уж, креативность белорусов впечатляет. Не менее удивительным оказался очень такой яркий и необычный фонтан, но он не работал. Зато вполне себе работала доска почета. Ну, это обычное дело для белорусских городов. Я, как всегда, иду просто куда глаза глядят, как говорится. Ну так, по карте примерно посмотрела, где тут центр, и пошла. Вот так вот. Ну, как говорится, что вижу, то пою. Буду вам рассказывать по мере продвижения по городу, что я здесь интересного найду. Вот, судя по количеству
впереди людей, наверное, уже это центр. Тем более, что вот такую картинку я видела в интернете. Картинку вот этого дома. Ну, я захожу, видимо, с обратной стороны, с задней. А вся эта красота там, снаружи. Пойдемте туда. Вот. Ночной клуб «Рай». Вход. Там вы говорите, нету рая на земле. Вот он где, в Барановичах спрятался. Ага. Ежедневная дискотека в раю. Так что, кому надо, заходите. Ох. Желтый каменный цветок. Ну, это фонтан так называется. Это я тоже прочитала в интернете. Вот, этот фонтан работает. Ребенок за голубями пытается угнаться. Интересно. Ой, ребята, вообще класс. Я такого желтого фонтана еще не видела, если честно. Смотрите, как интересно. Да. Зачет, все. Это первый зачет Барановича. На картинках он смотрится не так впечатляюще, честно говоря, как вживую. Мне понравилось. Итак, кинотеатр. Да, только вот надпись KFC почему-то во много раз больше, чем сама надпись кинотеатр. По-моему, должно быть наоборот. С очень интересным фасадом. Видите, в виде такой, даже не знаю, какой-то супер вафли, что ли. Не знаю, как назвать это, но интересно. Народ гуляет. Сегодня у нас выпускной везде. Ребятишки все, которые выпускаются из школы, очень красивые все. Их родители тоже очень красивые. Ага, и вот я вышла на площадь Ленина. Ура! Кинотеатр «Октябрь». Кинотеатр «Октябрь». Так, «Белорусский Леон» там внутри. Ну, и там внутри еще куча магазинов, да? Интересно. Вот здесь, прямо на центральной площади, гостиница «Горизонт» находится. Я, когда сюда собиралась ехать, рассматривала здесь, чтобы номер снять. Потому что, друзья, да, представляете, я сюда приехала на 2 дня. 2 вокзала, 2 дня, в общем, да, что-то у меня 2 сегодня. Ой, смотрите, какой паровозик там. Ну так вот, и, конечно же, мне нужно было место, где переночевать. Я почитала отзывы об этой гостинице, и, честно говоря, отзывы прям, как будто это, я не знаю, конец 18 века, а не 21. А жители города Барановичи, расскажите, там правда так все плохо или нет? В результате я сняла просто квартиру обычную в Хрущевке. Ну а что, чистенько, нормально и гораздо дешевле, чем гостиница. Откуда-то выехала какая-то серьезная машина. Здесь, видимо, какая-то красота. Судя по невероятно ухоженной территории. Сейчас посмотрим, что же за красота-то. Вот Ленин. Гордо возвышается над площадью.
красивое здание оказалось городским исполнительным комитетом. Ну и неудивительно, такой красоте. Конечно же, оно на площади Ленина, что тоже неудивительно. А вот за этой гостиницей я вот вижу гостиницу-отель «Мариинский». Но там, простите, мне пока не по карману останавливаться. Ну, все люди идут вот туда. Я, наверное, пойду за ними. Все-таки я так думаю, что большинство из этих людей являются жителями Барановича, и они знают, куда они идут. Мне, честно говоря, сначала показалось, что вот эта улица пешеходная, потому что здесь заезд в нее закрыт. И я такая уже собралась по ней пойти погулять. Ну, посередине, я имею в виду. Но я смотрю, что нет, никто не ходит посередине, значит. Она не является, наверное, что ли, пешеходной. Хотя вон там кто-то ходит. Загадочно. KFC здесь просто, по-моему, захватил город. Одна реклама сплошная. Не очень-то понятно, идти мне прямо или куда-нибудь завернуть. Можно и прямо сходить, а потом завернуть. Но здесь красиво. Зонтики, вот интересно, они повесили прозрачные. А можно было бы ведь повесить цветные, было бы, наверное, круче. Хотя, я не знаю, задумку, может быть, вечером это вообще классно смотрится. Угу. Сидит он тут, значит, подчиняет примус, никого не трогает. И вот нате вам. Красота. Вот такая красота. Ну что же, теперь уже бывшие школьники, хотя те, кто закончил 9 класс, они же, может быть, еще пойдут дальше учиться в школу. Но можно сказать, что бывшие школьники оккупировали город везде. Дети или уже не дети в праздничных одеждах сидят в кафе, отмечают. Вот, посмотрите на эту очередь. Я вам сейчас скажу. В Барановичах есть такое местное блюдо, называется лодочки. Обязательно рекомендуют его попробовать. Так вот, это очередь за этими лодочками. Угу. Кажется, вряд ли я сегодня их попробую. Но я еще, правда, завтра буду здесь. Может быть, мне повезет. Ну вот, встретила подписчицу. Здравствуйте, я смотрю ваш канал. Потому что не стала я снимать, а пошла снимать вот эту красоту. А я, говорит, вас сразу увидела, потому что я же хожу со стабилизатором, с телефоном. Да, на меня тут многие обращают внимание. Видимо, блогеров тут не сильно много. В общем, пешеходной улицы здесь нет, как я поняла. Вот не спросила, кстати, подписчиц своим. Все проспросила, что поснимать. Но я так понимаю, что нет здесь пешеходной улицы. Смотрите, какая вывеска красивая. Я же как все-таки дизайнер, да, на вывески-то обращаю внимание. Так вот, жители Барановичей, давайте, пишите в комментариях,
Что, нет у вас разве пешеходной улицы? Как так? Все. Все. Нет, еще не все ролику, но все. Я дошла до какого-то красивого здания, до кругового движения, моста, скорее всего, через железнодорожные пути. Очень похоже. И аптеки номер 250. Все. Буду возвращаться обратно и искать еще что-нибудь для вас интересное. Пока. Магазин для взрослых называется магазином укрепления отношений. Класс. Зашла протестировать кафе. Ну, будем думать. Пока тут очень много народу и прям долго приходится ждать официанта. Нет, на удивление принесли все очень быстро. Может быть, сработала моя видеотехника, что я тут снимаю, и меня приняли за какого-нибудь тайного покупателя. Вот лимонад только еще не принесли. Кафе называется «Ла Пьяца». Пообедал я там на 33 рубля 50 копеек. Все валюты напишу, как всегда. Вот. Иду я обратно, потому что я же вам не сняла самое-то главное. Представляете, забыла. Я тут так каменным цветком восхитилась так, что забыла самое интересное вам снять. Вот видите, труба торчит из земли. К сожалению, нефть из нее не бьет. Нефть бьет в другом месте, как вы знаете, если вы смотрели мои ролики внимательно. Но здесь труба тоже многих привлекает. Потому что сверху сидит вот такой воробей. Так вот, это единственный на этом полушарии памятник воробью. Вот так, друзья мои. Наверное, те мои зрители, что постарше, помнят великую эпопею, только не у нас, слава богу, а в Китае, когда уничтожались воробьи просто в огромных количествах. Да, была там такая история. Так вот, закончилось все очень печально, потому что они нарушили экосистему, и, в общем, там расплодилось столько насекомых вот этих, которые вредители для полей, что, да, вот такая вот история. Так что памятник воробью у нас, я думаю, что это достойная птица, достойна памятника, потому что она сильно-сильно помогает людям. Тут, оказывается, у садика-то есть еще и микрорайон «Птичий городок». Вон тут сколько скворечников, отель. Каждому скворцу по дворцу. Это вот написано. Отель. Вот видите табличка? Каждому скворцу по дворцу. Я поддерживаю. Каждому человеку тоже по дворцу можно. Пусть по небольшому, но чтобы был дворец. Еще много-много-много разных
скворечников. Только вот интересно, птицы-то там живут? Лесная летняя терраса птичьего ресторана для пернатых друзей. Залетай, все включено. Ну и сам не ленись. Ну, молодцы. Ну, молодцы, придумали. Конечно же, я не могла пройти мимо прекрасного здания, очень красивого по своей архитектуре, собора святых жен мироносец. Кажется, что этот храм был воздвигнут достаточно давно, но нет, друзья, он, можно сказать, такой же молодой, как и сам город Барановичи. Решение о строительстве этого храма было принято в 2001 году. Для новой постройки выделили место в центре города, где до 1947 года стояла старая церковь. К сожалению, она была разрушена в советское время. Строительство храма велось 5 лет и 5 месяцев, в основном на пожертвования местных предприятий и горожан. Автором проекта стал белорусский архитектор Леонид Макаревич. Особую выразительность зданию придают 13 куполов, которые устанавливались поочередно, год за годом. В 2004-м, например, был освящен колокол весом почти в 1,5 тонны, на тот момент самый большой в Беларуси. Освящение храма святых жен мироносец состоялось в октябре 2007 года. С тех пор церковь действует, и при ней также открыта воскресная школа, где ежегодно учатся около 200 учащихся. Ну, раз уж на гербе Барановича паровоз, то, конечно же, нужно прийти в музей железнодорожной техники. Знаете, я вот к нему уже подошла. Мне кажется, такого огромного музея я еще нигде не видела. У нас в Нижнем есть музей паровозов, да, но там только паровозы, логично. В Бресте я знаю, что есть музей паровозов, и там тоже, ну, в основном паровозы, а здесь чего только нет. Что, пойдемте смотреть. Музей работает до 6 часов вечера, в понедельник и вторник выходной. Вот, билет стоит 6 рублей, на взрослого, на детей, по-моему, 4,50. Я подала 10, у девушки не было сдачи, поэтому мне билет обошелся в 5 рублей. Ну, это в белорусских традициях, да. Я говорю, ну, может, вам мелочи тут какой-то набрать, тут у меня тут несколько копеек есть. Она сказала, не надо, идите гуляйте. Я вот только, друзья, смотрю, знаете, кажется, дождь собирается. Там пятачок бегал, да? Кажется, дождь собирается. Вот, смотрите, какой красивый паровозик. Класс. Я даже не знаю, куда идти-то в первую очередь. Вот тут народ, смотрю, что-то смотрит. Ну, пойдемте тогда, что ли. Вот здесь, в общем, разная такая вот техника. Видите, железнодорожная. Всевозможные какие-то рабочие вагоны, а вот там паровозы. Берегись поезда. И вот там еще, смотрите, сколько всего. Теперь у меня я не знаю, куда идти, так, в какую сторону. Надо считалку сделать. Вообще, друзья, железная дорога – это моя прям такая, знаете, детская мечта. Я, когда была маленькой, очень хотела стать машинистом. Да. Но мама меня расстроила тем, что женщину-машиниста не берут. У меня было горе, вообще вы не представляете. Ну, это мне так 4 года, 5 было. Я просто сходила с ума по железной дороге. Вот. Не удалось мне стать машинистом, как видите. Но хотя бы посмотреть на паровозы. Ого, вы посмотрите, какая тут огромная экскурсия. Я уже думаю, стоит мне туда идти. Сейчас буду мешать там людям. Пойду тогда пока сюда, что я схожу.
Пусть они там посмотрят, что мы будем там все толкаться. Вот написано, что вагон пассажирский жесткий. Жесткий, это значит, в моем представлении, это сидячий вагон такой, знаете, просто с лавочками. Но мест здесь 38, что опять же странно, сейчас 36. 38, это значит, что этот вагон купейный. Почему же тогда он жесткий? Он закрыт, войти туда вовнутрь нельзя, а жаль. Я бы посмотрела, что там внутри. Ребята, начинается дождь. Я посмотрела по погоду специально вот сейчас. Я просто после обеда заехала домой, немножечко отдохнула, ну как домой, на ту квартиру, что я снимаю. Чуть-чуть отдохнула, тоже там попила чайку и уже отправилась вот во вторую серию вам снимать. И посмотрела специально погоду. Сказали, что в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Но, правда, здесь есть вот такой мост, вернее, виадук, под которым можно спрятаться от дождя. Итак, пока там ходит экскурсия. О, смотрите, какая интересная конструкция. Я, конечно, в этом ничего не понимаю, но это, видимо, что-то тут счищать с рельс, да, такое. И колеса тут, и гусеницы. Я от изумления даже забыла, как это называется. Что это? Что это? Выправочно-подбивная машина. Выправочно-подбивочная машина. Предназначена для подъема пути и подбивки балласта под шпалами железнодорожного пути на деревянных и железобетонных шпалах с рельсами всех видов. Выправка пути 600 метров в час. С ума сойти, слушайте. Это я даже вообще... Это очень так познавательно. Да. А вот такие вагоны у меня сразу вызывают ассоциацию с фильмом «Сталкер». Вот реально, помните, там в некоторых эпизодах что-то такое тоже ездило. Ну, Тарковского, фильм Тарковского. А вот это я знаю, что такое. Я думаю, что и вы тоже знаете. Это для заправки паровозов водой. Вот эта конструкция интересная. Да, для снабжения паровозов водой, гидроколонка, паровой котел, паровой водяной насос. Вот так. Вот эта история мне известна, потому что в детстве я жила около железной дороги. Вот судьба моя, видимо, может быть, я в прошлой жизни работала машинистом там каким-нибудь, не знаю, там, паровоза. Вот, я жила около железной дороги, и в 70-х годах прошлого века еще железная дорога не была закрыта от всех, то есть можно было спокойно туда зайти и там играть. И вот я вам честно говорю, ребята, я там играла, ну, с друзьями, с подружками. В общем, у нас было много там достаточно детей. Мы туда приходили, бегали, прыгали с паровозов в песок. Там была песочная куча. Стояло несколько паровозов около депо. И мы с этих паровозов прыгали в этот песок. Вот представляете, вот так мое детство прошло. Поэтому, наверное, неудивительно, что я мечтала быть машинистом. Смотрите, тут тоже как все интересно. Ребята, я вообще не думала, что тут настолько все интересно. Надо же. Ну, конечно, может, это только мне интересно, а вам нет. Это же я на тему железной дороги слегка больная. Даже не знаю, куда идти. А это наплавной железнодорожный мост. Вот так вот он строится. Правда, тут выцвело уже все.
надо обновить немного. И катер, толкач, буксир. Даже в голову не могло прийти, что столько всего придумано вообще людьми на эту тему. Надо же. Вагоны с решетками, не знаю, то ли это какие-то почтовые, то ли это тюремные вагоны. Кто знает, то пишите. Тут нет что-то никакой вывески рядом с ними. Может, я просто не вижу. Но вот это, это мощь. Вот эта вся камера вам это не передаст. А, наверное, он с той стороны, а я с этой стороны зашла. Вот это, ребята, битум. Вот это мощь. Слушайте-ка. Ну, такого я, конечно, давно уже не... Я такого... Не то, что давно, я такого вообще не видела вблизи ни разу. И вот это тоже такая интересная конструкция. Тоже что-то чистить или что делать. Так, наверное, надо обойти, что с той стороны. Ну да, я, как всегда, хожу с каких-то других сторон. Вот тут все таблички написаны. Ого, вот это да, тоже вот это. Я вот такое помню, это было уже в моем детстве. Ходили еще такие тепловозы. Что тут у нас написано? Пассажирский ТЭП 600369. Построен в 1970 году в городе Коломенским тепловозостроительным заводом. Вот, да, без очков уже вообще не вижу. Заказала, кстати, себе новые очки. А то меня там кто-то спрашивал в комментариях. Нет, друзья, мое зрение не улучшилось. Вот уже новые очки сейчас себе заказала, потому что прям мелкий текст уже я не могу читать. Вот, это снегоочиститель. Снегоочиститель. Ну, это мощная машина. Вам на солнце, не знаю, что-то видно, нет? Идет дождь, в общем, и солнце светит. Грибной дождик. Ребята, я вообще, слушайте, это такие эмоции, я не знаю. Ну, просто я говорю, что я маленечко такая подвинутая на теме железной дороги. Я очень люблю ездить на поезде, очень люблю вот это все дело. Вагон бункерный для перевозки нефтепродуктов. Ну, это мы поняли, да. Вот, я очень все это люблю. Не знаю, я, ладно, когда я узнала, что нельзя работать машинистом, я сказала, ну, хотя бы проводником, проводницей, да. Проводницей, но мама сказала, нет, только через мой труп. Нет никаких дизель-электростанция. Вот это что? Дизель-электростанция. Странно. Ну, ладно. Вот, она сказала, ты что? Проводница там, это они же столько ездят, столько дней не быть дома, это все тяжелая очень работа. В общем, вот, не случилось в моей жизни ни машиниста, ни проводницы. Да, передвижная дизельная электростанция, ну, не знаю, наверное, как-то я в этом слабо понимаю. Ну, тоже такой тепловозик, маневровый. Такие все симпатичные, такие красивые. Класс. Тоже тепловоз маневровый. Конструктивная скорость 60 км в час. Вот так вот. Зашла сюда, а тут, оказывается, тоже еще вот есть небольшие тепловозики. Но это вот уже прям вообще современный. Вот такой тепловоз, я прям помню вообще, как вот, как вчера. Мне кажется, они до сих пор ездят. Специалисты железной дороги, скажите. Мне кажется, что их еще можно встретить. Где-то тоже как маневровые там какие-то такие. Конечно, сильно много вагонов они не тягают, но на станциях я их вижу. Да, тепловоз маневровый, да, 74-го года. Смотрите-ка, город Прага, точно, да, вот, да-да-да. Как-то я, да, пражский, вот и прям детством пахнуло.
не подниматься на крышу под контактным проводом. Где тут провода-то нет, просто, видимо, это. Ну, такая надпись. А еще вот здесь напротив, посмотрите-ка, какое здание. Эх, что ж его не отремонтируют, а? Что ж его не восстановят? Вы посмотрите, красота-то какая. Жалко. Жалко. Вот бы было, представляете, если бы оно было отреставрировано, какая была бы здесь красота. Прямо люди бы посетители любовались бы еще и этим. А вот сюда можно подняться. Но я не буду. А вот тоже мощь такая. Ух! Представляете, такая махина по железной дороге едет. А еще здесь можно покататься на дрезине. Вот, видите, прям просто сесть и поехать на дрезине. Туда-сюда. Тоже тут какая-то установка непонятная. Правда, на дрезину очередь. Сейчас парни, наверное. То есть тут девчонки слабо тут у них получалось, а вот парни сейчас как поедут только. Ну, там еще вперед-назад. Да, ну, логично, да. Не получается у них. Так, сюда еще экскурсия идет, видимо, кататься на дрезине. Ну, не судьба мне. Во, сообразили, ура! Я вас поздравляю на победе нашего. Что-то у них как-то слабо получается. А вот туристы быстро поехали. Туристы быстро поехали. Вон как мужчины. Раз, 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 раз. Ну что, пока освободились паровозы, я иду к паровозам. Я, правда, думаю, что уже сегодня экскурсии больше не приедет. Скоро закрытие будет этого музея. Где-то через час. Вот, поэтому не думаю, что здесь будут такие еще многочисленные экскурсии. Только одиночные посетители. Поэтому пойдемте-ка смотреть паровозы. Начало вот отсюда. Тоже вагон стоит какой-то. С интересным таким окном. Что это за вагон? Пойдемте смотреть. Ага, путеизмеритель. Вот оно что. То есть это не просто вагон, это путеизмеритель. А вот и паровоз. Правда, маленечко такой. Слегка потрепанный. Серии М. Туда можно зайти. Там уже есть люди. Переключилась на широкую камеру, потому что здесь достаточно узко, и камера все паровозы в себя не вмещает. Да. Нет, ребята, это просто не передать. Я реально как в детстве оказалась. Потому что, я не помню, там, по-моему, 2 или 3 паровоза стояло в таком на приколе около депо. И вот мы бегали по ним. Бегали, прыгали, вот наверх залазили вот так вот сюда. И прыг в песочную кучу. Да.
Тут тоже можно залезть, но это сделать достаточно сложно. Тут надо обладать сноровкой. В такой лесенке забраться точно не для меня. Вот еще один паровоз из Германии. Поступил в Советский Союз в 1947 году. Работал на Октябрьской и Белорусской железной дороге. Тут по-немецки что-то написано на нем. Красавчик, что я могу сказать. Ох, а вот это какой! Ой, друзья, вот это да, вот это я понимаю. Класс. Просто красавец. Просто красавец. Как меня всегда удивляли вот эти колеса. Вот эти вот рессоры, как это называется. Все вот это. Такая мощь. Вы представляете, вот это все сдвинуть с места? Интересно. Все это дело сдвинуть с места и всего лишь только паровой тягой. Представляете, какая сила у воды? Да. А еще удивительнее, как... Вот здесь тоже лестница. Тоже лестница такая, знаете, так прям, да. Нужно потренироваться. Это серия... Паровоз серии L0054, тендер 0024, 1946 год постройки. А еще удивительно, как человек вообще это все придумал. А, вот это вот к нему тоже, да? Да. Это все он. Да, представляете, как человек это все придумал вообще, изобрел. Додумался до этого. Все вот эти вот конструкции всех вот этих тележек, сцепок и все такое. Вот тоже примерно такой же, но поменьше, судя по всему. Тоже красавчик. А с этой стороны... вагоны. С этой стороны вагоны. Ну, не закрыты. Просто вагон. Крытый четырехосный сварной конструкции кузова. 1951 год. Оборудован под теплушку для перевозки людей. Вот так. Мы-то думаем, так нам... как сказать, по фильмам, по книгам, думаем, что в теплушках перевозили только вот во время войны, да, людей. Нет, смотрите, 54-й год, и все еще строили теплушки. Вот 28-й год. Просто, просто вагон уже не написан для перевозки людей. Так, идемте дальше, там он еще что-то интересное. Здесь цистерны. Такая маленькая, такая небольшая. Сейчас современные такие огромные цистерны. А тут, смотрите, малюсенькие. Платформа вот с бортами вот такая есть. Есть без бортов. А вот дальше уже пассажирские вагоны, не теплушки, а именно пассажирские, я так понимаю. Вагон тоже вот этот малюсенький, двухосный, крытый. Тоже такой маленький. Интересно. А вот это уже, да, пассажирские такие вагоны. Надо ведь, когда-то все это считалось... прогрессом, а сейчас нам это кажется все такой историей. Четырехосный пассажирский жесткий.
Кузов вагона, друзья, деревянной конструкции, обшит листовым железом. Длина вагона 22 метра. Вот. Спальных 45, для сидения 66 мест. Освещение свечное, впоследствии электрическое. Представляете? Свечное освещение. Так, здесь тоже вагон. Угу. Здесь количество мест для сидения 72. И тоже освещение, смотрите, свечное. Что такое же? Семафор. Путь открыт, путь закрыт. Пишите в комментариях, кто знает. Вот так поднято. Это открыто или закрыто? Я знаю, а вас хочу проверить. А вот и колокол. Поезд прибывает. Звонить не буду. Я уже один раз позвонила тогда в Гродно, помните? Звоночек повернула. Ну его нафиг. А смотрите-ка, семафор-то рабочий. Тут вся эта система. Ну, можно водички налить. Тут вся эта система, ребята. Так, сдувает ветром. Вот оно что. Ой. С ума сойти. Вот оно как все работало. Вот этого я тоже не знала. Посмотрите, вот это раз-раз-раз туда вот это все тросами. Хотя вот такую вещь я видела тоже на железной дороге раньше. Но я не складывала, что это к семафору относится. Ну и вот и вода. А зачем вода? Не знаю. Но зачем-то вода. И можно нажать. Другие же нажимают. Ой. Территория вроде бы кажется большой, но обойти ее, в принципе, недолго. Конечно, если лазить по всем этим вагонам и везде сфотографироваться, и везде все посмотреть, то, наверное, да, ну где-то на час, на полтора рассчитывайте. И обязательно идите сюда с детьми, слушайте, это шикарно для вот такого развития детей. Посмотреть все это, потрогать вживую, очень интересно. Итак, друзья, очень загадочная надпись. Кран в кривых не приспособлен. Я как дизайнер, конечно, знаю, что такое в кривых. Пришлите файл в кривых. Но как это относится к крану? Да, кто знает, пишите. А может быть, здесь написано паровой кран на железнодорожном ходу. Нет, ничего не написано. Мотовоз для выполнения маневровых работ предназначен. Ну, здесь такая вот техника, да, которая для рабочих каких-то моментов по обслуживанию железной дороги. Грузовая автодрезина. Вот еще разные дрезины, на которых там пытались все кататься. И есть вот эти железнодорожные пары колесные, забыла, как называется, тележки. Вот. И даже вот посмотрите, тележка однорейсовая. Предназначалась для перевозки одним рабочим небольшого количества материала и путевого инструмента. Грузоподъемность 300 килограмм. То есть на себе, чтобы не таскать. Надо же. А это шпалы, да, или что? Диплер. Тележка для перевозки вручную рельсов, шпалы других материалов. А, ну это сама тележка. Я думала, что это виды разных шпал. Угу. Вот тоже интересная, очень-очень-очень многоуровневая
загадочная машина. Гайковерт, ага. Вот это что? Ну, понятно. То есть вот он там все это дело крутит, да? Угу. С ума сойти. Ведь придумать все это надо, ребята. Придумать надо. Я восхищаюсь инженерами. Как это все им в голову только приходит. А нет, я ошиблась. Вон еще одна экскурсия идет, достаточно большая. Выбежали из автобуса и бегом-бегом сюда. Но мы уже закончили осмотр. Поехали дальше. Пишите, понравилось вам или нет. Я вообще в восторге, в восторге. Обязательно сюда приезжайте, если вы будете в Барановичах. Просто прям да. Приехала на следующую точку моего маршрута. Как-то холодает, но приятно. Уж лучше так, чем жара была днем. Так вот, я нашла вам еще одну красоту. Посмотрите, друзья, какая красота. Тоже не помещается в камеру. Сейчас включу широкий угол. Вот. Вот теперь поместилась. Закладка церкви святого великомученика Георгия Победоносца на берегу Светиловского озера состоялась в 2010 году, а уже в июне 2016 храм был освящен. Святыня стала четвертым по счету православным храмом в Барановичах. Основной купол здания возвышается почти на 20 метров. Здание деревянное, одноэтажное, вмещает около 155 прихожан. Это иконная лавка оказалась. Закрыта. Ну, уже вечер. Уже все закрыто. Зато смотрите, как у них тут электронное табло со временем разных богослужений. Да, прогресс. Здесь еще водоем. Тоже в теплую погоду, наверное. Тут очень хорошо. По крайней мере, сегодня днем было достаточно жарко. Здесь было, наверное, приятно. Вот чайки сидят и ждут. Не будет ли что-нибудь им тут вкусненького? А вон там вдалеке Ледовый дворец. Вот так. На следующий день у меня было еще немного времени для того, чтобы поснимать вам город Барановичи. И, конечно же, я отправилась в новые микрорайоны, чтобы посмотреть, как город живет, скажем так, в современном темпе, а не только в своем историческом центре. Ну что же, в принципе, новые микрорайоны мне понравились. Понравилось то, что дворы без машин. Вы знаете, что не в каждом городе реализуется такой проект. Здесь вот я увидела, что машинам во двор заезда нет. С одной стороны, это здорово, с другой стороны, не всегда, потому что иногда что-то нужно тяжелое выгрузить из машины. Ну что же, Барановичи растут, город развивается, и я так думаю, что совсем скоро здесь будет уже и 200 тысяч человек. Как вы думаете, друзья? А вот еще одно культовое сооружение. Костел Фатимской Божьей Матери был завершен в 1998 году и стал первым храмом на территории Восточной Европы, который посвящен этой царице. Скульптура Богоматери Фатимской является главным украшением интерьера. Интересный какой крест.
Что это? Почему так? 2020 год. Что он обозначает? Кто знает, пишите. Как всегда. Я не знаю. И вот я уже собиралась покинуть Барановичи и совершенно больше не хотела ничего снимать, но все не так просто, друзья, белорусские города не отпускают. Нашла для вас еще много красоты. Во-первых, это церковь Святого Александра Невского, строительство которое было закончено в 2008 году, и красотой которой невозможно не залюбоваться. Вы только посмотрите, как сияет солнце за куполом. Невероятная картина. Ну, а во-вторых, это территория около проходной автобусного парка города Барановичи. Вы только посмотрите, друзья, с какой любовью, с какой фантазией здесь все благоустроено. Я просто восхищена, как все придумано, воплощено в жизнь. И, ну что же, я выражаю благодарность руководству автобусного парка города Барановичи. Спасибо вам за такую красоту. Лошадка-то такая же из колечек, как и тот кот, с которым у меня начинался ролик. Видимо, кто-то один делал. Ну вот, друзья, прогулка по Барановичам закончилась. Да, город, конечно... Есть что посмотреть, хотя я сначала думала, ну что здесь может быть интересного? Это же совсем молодой, можно сказать, по меркам истории город. Он современный, промышленный, но Барановичи не подкачали. Пишите в комментариях, как вам этот город, понравился или нет. Я знаю, что я не попала в еще одно очень интересное здесь место. Это экопарк или парк животных Деприс. Не знаю точно, как назвать его. Вот, мне сказали, что туда нужно ехать как минимум на полдня, потому что там очень большая территория. Я уже не успеваю туда. И у меня будет повод еще раз приехать в Барановичи. Вот так вот. Ну, а кто был в этом парке, пишите тоже в комментариях, нормально там или нет, вообще стоит ради него еще раз возвращаться в Барановичи-то. Ну, а я с вами прощаюсь ненадолго. Скоро-скоро новый ролик, далеко не уходите. Всех люблю, целую. Всем пока.